перекресток, на котором, видите, указатель, налево пойдешь в Ростов-на-Дону попадешь, а нет, видимо, на улицу Конукоева и во Владикавказ в Касании, а вот направо Ростов-на-Дону и Белая речка, а там впереди памятник репрессиям болгарского народа. Печальное событие. И здесь дворец культуры, его называют Курзал. И начинается парк, по которому дорожка ведет к бювету с минеральной водой. А эта улица одна из самых длинных и красивых в Нальчике. Сейчас деревья пострижены. Летом здесь, наверное, красота. Везде леса, сосны, ели, могучие деревья вековые. Очень красиво. Вот мемориал и оживленный перекресток. Одна из курортных улиц. И мы видим изгороди, уже отремонтированные, а в других районах города они не очень в хорошем состоянии. Вот такая замечательная улица. А напротив находится лечебница.